Снег собирать. Тут уже все понятно. Что понятно? Мне нет. Пусть наружу не торчат, значит перелома нет. Был бы вывих, я бы даже к вам приехал сюда. А как ты собираешься это самое на рентген ехать, снимки делать? Делаем ему кетарол 2 кубя. Может, ныть перестанет. Перестану. Какой кетарол? Давай шмак снимем. Ну, сначала снимешь. Давайте сниму украинский. Не на бог все в двух местах. Ты что? Тут все опухло. Почему честно часам ничего делаете на улице? Люди спят в это время. В своих кроватях. Шли домой. Откуда? С гулянки, с прогулки. Ну так там хорошо ведь было. Там нормально, но было. Ну вот. Мозг хоть. А что теперь страдаем-то сидим? Раз так хорошо было. За все нужно платить в этой жизни. Ладно, за гулянку. Пожалуйста, нас учить. Да, конечно. Я что, маленький мальчик или что? Ага, зачем припираться ко мне в 4 часа ночи? Так если у меня нога сломана, что мне делать? А мне-то какое дело до тебя? Так вы врач. На гулянке было хорошо тебе? А что тебе нужно пьяного спасать? Нахрен ты мне нужен? В смысле пьяного? На гулянку гулять можете? Ну что, давай сама. Никуда выше ты идешь. Он так упирается.